Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу, друзья, поделиться с вами буксом мой серфинг ADS по сбору биткоин Сатош. Так выглядит сайт. Вот вверху есть вопросы-ответы, суппорт. Если мы опустимся ниже, здесь статистика. Пользователей более 7000. Сколько клеймов, сколько выводов. Здесь почитайте информацию. Последние выводы у нас. Минимальный вывод на Faucet Pay от 1000 биткоин Сатош. Регистрация, друзья, здесь не простейшая. Если кого заинтересует букс, перейдя в описание по ссылочке, у вас здесь будет такая графа. Ввести email адрес. Вводите email адрес, кликаете продолжить, далее вводите пароль. И попадаем мы в кабинет. Я же войду в кабинет. Я вот только зарегистрировалась и просмотрела две рекламки. Мне на рекламном балансе дали бонус 500 сатошиков. Это рекламный баланс. Мы его не можем никуда либо перевести, не вывести. Понимаем это, да? Это наш основной баланс на вывод. Сразу здесь находится наша реферальная ссылочка. Ну и можно здесь просматривать рекламку. Кран есть. Здесь рефералы. Ну, наша статистика. Здесь, если вот сюда на значок мы кликнем, нас перебросит на телеграм-канал этого букса. Здесь сеттинг у нас. Наш адрес электронной почты. Здесь вводим биткоин адрес. Можно выводить на прямой биткоин кошелек. Но смотрите, какая у вас в кошельке минималка на ввод Сатош. И на Faucet Pay. Это все. И сохраняем. Ну, смена пароля, как обычно. Возвращаюсь. Домашняя страничка. Вот это вот наша. Вкладочка «Вывод». Значит, есть вкладочка Faucet Pay. Сюда адрес кошелька. Но я ничего не прописывала. Сюда будем сумму. Минимум 1000 биткоин сатошиков. Сюда пароль, который указывали при регистрации. Будем нажимать вывод, когда будет что выводить. И прямой кошелек. Биткоин адрес также прописываем. Здесь на прямой кошелек, друзья, от 3000 биткоин сатошиков. Опять же таки, если будете выводить на прямой кошелек, то смотрите, какой у вас минимальные сатошики на ввод. Сколько у вас там. Я как, если буду выводить, например, на прямой кошелек у меня Coinbase, я могу и одну сатоху вывести. Далее вкладочки «Рефералы». Здесь будут отображаться мои рефералы. Также реферальная ссылочка. Вкладочка «Баннеры». И здесь всевозможные баннеры. Два баннера всего. История. История вывода, история депозита и трансфер. VIF ADS. Здесь наш заработок. Серфинг. Еще Windows ADS рекламка и видео. Видео рекламы пока нет. Серфинга здесь более чем достаточно. У меня было 36 рекламок. Я 2 просмотрела. И кликаем вот сюда. Так, ну давайте. Вот здесь, ну как обычно у нас рекламка. Кликаем. Вот эту рекламку можно закрыть. 2 сатошики, 20 секунд. На синюю вкладочку нас перебрасывает на рекламируемый сайт. Возвращаемся, друзья. Здесь идет у нас отчет времени. Мы ждем этот отчет времени. Давайте подождем.
Все так довольно-таки быстро. И появилась зеленая вкладочка. Мы кликаем на зеленую вкладочку. У нас зачет. Все. Две сатошики упало на баланс. Можно закрыть вкладочку, а можно перейти и посмотреть. Ну, здесь довольно-таки неплохо. Я вот на CoinPayU, у меня здесь по 1,5 сатоши. Одна, по 1 сатошке. Это везде так. Сейчас, вот потому как вот здесь биткоин один стоит сколько? 60 тысяч 568 биткоин. Ну вот, один биткоин столько долларов. Так, кран. Кран дают нам один раз в час. Здесь я уже кран щелкнула. Капча здесь вообще, друзья, наипростейшая. Кликните, и у вас появится как бы такие рисуночки. Нужно рисуночек, там разберетесь, отличающийся один ото всех. Вот на него будете кликать. Такая рекламка здесь появляется. Все мы знаем, что такие сайты держатся на рекламе, за счет рекламы. Так, и VIF. Surf ADS я показала. Windows. Значит, также 20 секунд, 2 сатошики. Давайте кликнем. Я специально не стала просматривать ее, чтобы как бы показать. Здесь совсем другая капча. Здесь идет, как видим, у нас отчет времени. Давайте подождем. Одна секунда. Кликаем на зеленую вкладочку. И возвращаемся. Все, мы рекламку одну из одной просмотрено. Видео ADS, как я уже сказала, здесь пока нет. Значит, ну, шортлинг я не лезу вообще. Если хотите просматривать, просматривайте. Здесь по одной сатошке всего две рекламки. Далее размещать рекламку здесь также. Рекламить свои проекты. ПТС, АДС, серфинг АДС, Windows АДС. Кликаем. Сюда, ну, прежде чем, ну, у меня вот в данный момент есть 500 сатошиков, я могу разместить рекламку. Ну и все смогут, значит, это как бонус, что ли, нам дали. Сюда в название, здесь все, перевод на русский. Заголовок, реферальная ссылочка, описание, минимум 100 символов, имейте в виду, и рекламный пакет. Сколько вам надо? 2 сатоши за просмотр 10 секунд и по нарастающей там уже посмотрите. И начать кампанию. А так, когда не будет у нас... Потратим мы все бонусные 500 сатошиков. Минимальный депозит здесь закинуть сюда. 100 биткоин сатошиков. Далее серфинг. Оконная реклама. Так. Видеореклама. И создать новую компанию. Здесь также 2 сатошики. 10 секунд. Название. Здесь ссылочка на видео. И по нарастающей также. И обязательно ваше видео будет здесь. И проверить видео. Проверяйте, если вас все устраивает. И кликаем начать кампанию. Вот таким вот образом мы будем рекламировать свои проекты. Возвращаюсь в панель приборов. На домашнюю страничку. Вот здесь нам... Вот у меня на балансе 7,5 биткоин сатошиков. И когда мы потратим вот эти 500 сатошиков, здесь можно пополнить с FastPay минимум 100 биткоин сатошиков. Это недорого. И с биткоина уже, извините меня, конечно, с прямого кошелька. Здесь уже подороже. Здесь уже минимум 10 тысяч. Также я возвращаюсь. Здесь можно перевести с баланса на вывод на рекламный баланс. Вот здесь вкладочка. Кликаем.
Здесь мы вводим сумму, сколько минимум 100 сатошиков, например, прописываем, да? И кликаем перевод. И наши 100 сатошиков переведутся на рекламный баланс. Вот такой вот букс. Кому интересно, работаем. Ну, неинтересно, пройдем мимо. Будут другие буксы, будут другие проекты, которые вам будут по душе. Но будет минималка, естественно, я проверю обязательно на вывод. Ну, я думаю, что он платит, и сомневаться не стоит. Есть телеграм-канал, присоединяйтесь, почитайте там, переведите на русский, почитайте информацию. Ну, на этом все. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!